Глеб Петр Карпович, Герой Советского Союза. Родился 22 июня 1914 года в селе Добровольном Ипатовского района Ставропольского края в семье крестьянина. Окончил начальную школу. Работал трактористом в совхозе. Красной армии с июля 1941 года. Окончил кавалерийскую школу младших лейтенантов. Действующей армии с августа 1943. Командир роты 1118 стрелкового полка 333 стрелковой дивизии 6 армии 3 Украинского фронта. Отличился в боях за Запорожье. Временно исполняя обязанности командира батальона в ночь на 26 ноября 1943 года под сильным артиллерийским минометным огнем противника, используя подручные средства, батальон с небольшими потерями форсировал реку Днепр. Преодолевая проволочные заграждения, батальон штурмовал вражескую оборону, забросав траншеи и огневые точки противника гранатами. Сломив сопротивление врага, батальон, овладев высотой на берегу и ведя круговую оборону, обеспечивая переправу остальных подразделений полка. За два дня боев в районе горы Лысой у села Коневского батальон лейтенанта Пылепа уничтожил свыше 200 гитлерцев, до 20 огневых точек и вывел из строя 8 пушек противника. При отражении одной из контратак 27 ноября 1943 года Петр Карпович Пылепа был тяжело ранен и умер по пути в медсанбат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании Днепра и проявленный при этом отвагу и геройство, лейтенанту Петру Карповичу Прилепе было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Похоронен он на Украине, в селе Конецком Запорожской области.